Чувашская делегация приняла активное участие в работе Ялтинского экономического форума. Первые итоги подвели сегодня на еженедельной планерке. Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел деловые переговоры с руководителями полуострова и принял участие в пленарном заседании. Ключевая тема форума – развитие межрегиональных связей. Сотрудничество двух республик набирает темпы. По итогам прошлого года товарооборот едва не достиг отметки в 400 миллионов рублей. В ближайшее время делегации Крыма посетит с рабочим визитом Чувашию. Партнеры заинтересованы перенять опыт в реализации государственных программ. Малобюджетные объекты мы строим. ФАПы, там офисы, шаговые доступности, прежде всего здесь в сельской местности, потому что молодежь где-то уезжает, у них тоже проблемы на есть. В принципе, значит, вопросы глобализации, они влияют негативно с этой точки зрения. На полях Ялтинского экономического форума провели сессию для уполномоченных по правам предпринимателей. В ее работе принял участие и бизнес-омбудсмен Чувашии. Александр Рыбаков отмечает, что на обсуждении вынесли немало актуальных вопросов. Начальник управления генпрокуратуры сообщил, что изменения в надзорных каникулах для малого бизнеса не будет, но тем не менее изменится порядок контроля мест массового скопления, значит, людей. Ну и также говорили о возможностях расширения полномочий региональных уполномоченных, в том числе по участию в судах различного уровня. В 4 из 5 случаев после возбуждения уголовного дела бизнес разрушается частично или полностью. И, соответственно, вот акцент был сделан на том, чтобы и дальше использовать домашний арест, либо добиваться прекращения уголовных дел.